от сестры на вороном коне, сестру повядать, денежку занять. Подъехал, лучше было к вратам, сестра открыла дверь, спрашивает, что тебе надо. О, брат, говорит, денежку занять, до зарплаты никак не дотянуть. Сестра говорит, что сколько собак спал, что алкоголик ты бешеный, будешь знать, сколько денежку под вечер занимает. Обиделся, братань, подъехал к своему двоюродному брату денежку занять. Подъезжает к воротам братуна, тот открыл дверь, спрашивает, что тебе надо. Вот тот говорит, денежку занять, до зарплаты никак не дотянуть. Братан говорит, сейчас как из берданы польну алкоголь, ты бешеный, будешь знать, как денежку под вечер занимать. Обиделся, братан, поехал к своему другу, с которым в школе, в университете учился, но не закончил. Подъезжает и говорит, слушай, дружбан, ёханый бабай, дай немножко зеленых до зарплаты, никак не дотянуть, жена душит. Вот тот говорит, ёпта, у меня у самого денег нет. Братан домой приехал с горя горелки, выпил луком, заел утром, встал, башка болит, из рта воняет, и денег, ёп, нет. Ребята, ёпта, а я не понял. Вы на место этой ёпты что вставляли? Ёпты или это пип? А, ёпт? А, ну правильно, а то в прошлый раз вставляли пип за место ёпт. Ага, то смотри, ёпт, ну да. Ну ладно, пока. Слушай, а что это было? Ты какая-то бабка бешеная. Ну и ну. Совсем с ума посходили, ёпт. Пу, пип.